Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство iPad Air. Сейчас я покажу вам, как на этом девайсе взять и стереть историю браузера. Все моменты, где вы заходили, все страницы сайта, которые куда вы заходите, они сохраняются на планшете. Как удалить историю? Вам нужно вначале нажать на кнопочку закладки в левом верхнем углу и нажать на часики. Это история. И здесь нажать на кнопочку «Очистить». За когда? За последний час, за сегодня и вчера, либо же за все время. Я выбираю «За все время» и, как видите, история успешна. Очищать. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.